Неизвестно. Припираются они что-то там. Кормят. Что им сейчас дают? Я хотела бы борщ. А сейчас уже не борщ. Ну, он что-то 3 бочонка. А все борщ такой оранжевый какой-то. Какая-то похлебка. Не мяско дают, это огурчик дают. Не, рыбка. Типа чая. А то огурчики, рыбка. А это третье СТР. Что такое третье? А, ну это, наверное, есть компот. Кашка. Чай, наверное, то чай, наверное, теплый. Какие компот, вы шо? Ну, компот. Чай, да. Так, ну и для вас столу. Ага, вот видно. Боже, и хлебом вымазан. Я представляю, алладья. Так, что это за покупка? Ну, давай, зачитай. Ну, это первое что-то. Это каша. Не, я жидкая моя на умазе. Ну, а борщ, по цвету ой, борщ. Красавцы вы наши. Что же вы уже попеняетесь? Ага, то одна каша, а другая мясо он достает. Третья. Мясо. А, мясо вот такое что-то, подливочка. Да, что-то типа он его отжимает. А каша гречнева, не это. Да? Да, похоже на гречку. На гречку, не хотя. Или перловка, или гречка. Нет. Для гречки большая она сильно по размеру. Суждение идет. А ну, солдатского рациона. Ну, конечно. Самый правый бочонок – это каша, потом идет мясо, потом идет борщ, потом идет непонятно что и чай. Вот. А это уже борщ кинчился. Что ж это такое непонятно? То красное было красиво. Все, давай. Это тоже похлебочка. А это что-то он им дает? Не знаю. А, это типа овощ какой-то дает им, что-то картошка, или что-то такое, кружок чего-то там. И кладбище за забором. Ага, я видела. Это надо вот их сунем туда, через окно. Нам его. А увеличить можно? А там мусорник. Ну, это люди едят, да, а мусорник постукал в ножку, все, надо, very well. Что это круглое он достает такое? Вот что это такое відношення до наших захисників? Смешно. Там на учениях всегда. Да, смешно. Это вспоминаю. Ну так нет, не вот для них, как не кажешь. Так, ну ты ж, вот шо це гриб? Там же ж эти самые, всякие типа гриб. Ну це какой-то кабачок какой-то, да. Каша, мясо, кабачок, хлеб и типа борща что-то. Им по барабану. Да? Да, и срочно все культура. Главное, чтобы вовремя покормили ее, вовремя спать не дали. Слушай, а хлеб последний дают, это же углеводы, простые углеводы. По 2-4 кусочка. Ну а чем еще на это не доедаться? Там еще долго.